Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня с вами приготовим чизкейк. Рецепт простой, проще не придумаешь. Все смешал, отправил в холодильник на полчаса и, пожалуйста, десерт к чаю готов. Для него нам понадобится печенье. Печенье берем двух сортов. Обычное печенье, вот у меня земляничное, и печенье Орео. Обычное, без добавок. По 150 грамм. Это печенье нам нужно измельчить в муку. Для этого мне нужен помощник, измельчитель. Печенье, ну, можно поломать, можно не ломать. Отправляем в измельчитель и превращаем в мелкую крошку. Готово. Это печенье я все-таки поломаю на кусочки, оно крупное. Высыпаем, перемешаем крошку. Вот столько у нас получилось крошки из печенья. Теперь добавляем сюда 100 грамм растопленного сливочного масла. И перемешиваем. Должна получиться такая масляная крошка, которая будет лепиться как пластилин. Вот, я попробовала, видите, она лепится в кусочек. Все, все хорошо, значит, смешали. Можно еще рукой вот так пройтись, чтобы уже конкретно вся крошка была в масле. Далее нужно взять форму для выпечки. У меня это 22 сантиметра в диаметре формы. И донышко я высыла пергаментной бумагой. Или бумагой для выпечки. Выкладываем всю эту масляную крошку на дно формы. Разравниваем ее. И нужно плотненько-плотненько утрамбовать. Вначале я это делаю все ложкой. Это должен быть прямо как вот плотный такой, как бисквит, только не печеный. Ну вот, пожалуй, все. Вот что у меня получилось. Теперь по краю формы выкладываем половинки печенья Орео. Это будет и бортик, и красота. Тихонечко их так пытаемся... Ну, воткнуть навряд ли получится в этот слой. Ну, хотя бы установить плотненько друг к другу. Все, основа для чизкейка готова. Вот что получается. Теперь приготовим начинку. В чашку отправляю 300 грамм йогурта. Йогурт натуральный, без наполнителей. Далее нужно взять 400 грамм творога. Творог желательно как можно мельче, чтобы был. Я вообще взяла мягкий творог. Если у вас творог обычный, то ничего страшного, можно его использовать. Все равно мы потом с желатином будем пробивать погружным миксером, и творог весь разобьется. 100 грамм сахара или сахарной пудры. У меня пудры не было, поэтому сахар. И пакетик ванильного сахара, либо просто ванилин. Теперь нужно все это перемешать. И немножечко пробить, как я уже сказала, погружным миксером. Ну, если обычный творог, чтобы разбился. И так как у меня сахар, а не сахарная пудра, ну, чтобы тоже разбилось, растворилось побыстрее это дело. Пробиваем. Масса становится такая кремообразная. Теперь 3 столовые ложки желатина. Я предварительно залила водой и подержала полчаса для набухания. Желатин набух. Нагревать его мы не будем. Мы сразу отправим желатин в начинку и будем пробивать миксером погружным до тех пор, пока желатин не растворится в этой начинке. Ну вот, пожалуй, все. Растворился желатин. Ушло у меня на это примерно 10 минут. То есть не за секунду он растворяется. Начинка готова. Теперь аккуратно переливаем ее в форму. Вот что у нас получилось. В таком виде отправляем наш чизкейк в холодильник на 30-40 минут до застывания. Прошло полчаса. Достала я чизкейк с холодильника. Он застыл. Все отлично. Сейчас мы с вами попытаемся его достать из формы. Аккуратненько. Отжимаю. Вот он наш красавец.
Теперь мы его немножко украсим. Натрем немножко на него белого шоколада. Слегка по краешку посыпем корицей, прям совсем слегка. Еще у меня есть кондитерские украшения. Это сахарные шарики золотые. Вот хочется мне почему-то золотом украсить. Посмотрите, какое чудо получилось. Замечательный десерт. Очень вкусный. Прост в приготовлении. Ну, мне кажется, что с таким десертом очень приятно попить чаю либо кофе. Этот десерт получается у всех. Испортить его просто невозможно. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду очень рада ответить на каждый. Подписывайтесь на мой второй канал «Мама Леся Видеодневник». Там много интересного о моей жизни. Есть и рецепты. Посмотрите. Друзья, я желаю всем счастья, здоровья. До встречи на моих каналах.